Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с сумками для гаджетов, которые представлены у нас перед глазами. Одна сумка уже наполнена для того, чтобы меньше времени тратить, что можно туда поместить. Ну а вторая сумка вот в таком виде она приходит из Китая при помощи Казань Экспресс. Ну и давайте смотреть, что находится внутри. Доставка была, кстати, достаточно быстрая. Около 2 недель, даже, по-моему, меньше. Итак, давайте приступать, смотреть, что находится внутри. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Поставляется вот в таком виде, как я демонстрировал. Прозрачный. Видите? Есть ручка. Есть, соответственно, замки металлические с застежками. Двойного исполнения. Предназначена она для различных гаджетов, в том числе и для пауэрбанка. То есть здесь у нас есть карман. Здесь у нас есть карманы для какой-то мелочи, в том числе кабелей, флешек, карт памяти представлены такого вида. Достаточно все хорошо сшито. Есть различные цвета. В данном случае представлено синий и черный. Ну а здесь уже непосредственно пауэрбанк размещается. Ну и здесь карман для кабелей или еще сопутствующих каких-то элементов деталей. Вот такой вот у нас чехол для гаджетов, для пауэрбанков, кабелей, ну и тому подобных мелочей, которые всегда сопутствуют при фото-видеосъемке. И давайте посмотрим второй вариант, который заполнен. Вот мы видим, здесь у нас расположились кабели от пауэрбанка, йони в чехле и аккумуляторы от него. Здесь разместились кольца для того, чтобы плотно ложились аккумуляторы другого типа, стандартного. Так, и вторая часть, здесь тоже у нас разместились кабели. И здесь также разместились, ну, типа пауэрбанка для питания камер и других устройств. Ну и в том числе стандартные аккумуляторы NPF для питания данного пауэрбанка с Power Delivery, как и предыдущий вариант. Вот такая вот сумка, которую можно брать для того, чтобы размещать какие-то варианты в поездках для хранения до элементов съемки. Ну и вот с такой вот тоненькой становится вот такая вот толстый вариант. Вот такая вот сумочка. Итак, я вам продемонстрировал сумку для гаджетов пауэрбанка и различных мелочей, сопутствующих там фото-видеосъемки, либо просто при отдыхе на каких-нибудь курортах и тому подобное. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.